Любят, не любят. Любит, не любит. Любите вы меня или не любите? Стоит ли мне вести этот мой канал или не стоит? Вот я размышляла над этим вопросом и задумывалась над ним. И пришла к такому мнению. Если вас у меня уже перевалило за 15 тысяч подписчиков, значит, любите. Если вы постоянно следите за моими видео, значит, любите. Если вы пишете мне теплые, красивые комментарии с пожеланиями, с восхищениями, значит, любите. И если вы ждете новых видео с нетерпением, если вы ждете моего появления, значит, любите. Если вы переживаете, где делась я, мне некоторые мои дорогие подписчики пишут, что мы знаем, что вы с Украины, мы переживаем о вас, значит, вы любите меня. И ради вас, таких разных, смешных, как многие говорят, дотошных, надоедливых, капризных, интересующихся, я рада для вас работать. Я рада отдавать вам душу и сердце, записывать видео, писать, вот смотрите, у меня стопки сценариев написанных для вас. Это мои новые будущие видео для вас. И для вас, дорогие друзья, я готова работать и в выходные, и в отпуск, как я сейчас записываю это видео. Потому что я каждого из вас люблю, ценю и очень вами дорожу. Мне очень приятно быть с вами. И я сегодня не жалею, что я в YouTube появилась. Я очень переживала сначала. Я долго собиралась. Я долго планировала свои видео. Месяца три я пыталась записывать эти видео. То мне не нравилась моя внешность. Думала, кто тебя будет смотреть. Потом мне не нравился мой голос. Затем я думала, да столько умных, прекрасных, распрекрасных людей на страницах интернета. Но когда я вышла со своими видео, когда вы меня все хвалите, задаете вопросы, благодарите за свои результаты, как я могу не работать для вас? И сегодня я поняла, что вы меня любите, что для вас я буду стараться и дальше развивать свой канал и расти, несмотря на то, есть монетизация или ее нет, а ее сейчас нету. И вообще я вот уже столько стараюсь, дошла до скольки тысяч подписчиков, и ваше количество каждый раз растет, но ради вас я готова бесплатно делать эти видео. И плевать, что я сама вкладываюсь и в эту аппаратуру, ну, во все то, что нужно для видео. Спасибо тем, кто подарил мне что-то для того, чтобы это видео возможно было снять. Тем, кто мне помог, посоветовал, как что улучшить. Это, конечно, касается моих деток. Сережа, Анушка, спасибо вам огромное. И мои дорогие друзья, мои видео, не переживайте, будут выходить. Что бы там ни происходило, главное, чтобы были живы вы, жива я, и мы с вами будем встречаться. Пишите ваши комментарии, они меня очень укрепляют, подбадривают. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ведь вас, я смотрю, столько просмотров, а подписчиков не так уж и много, а смотрят меня очень много людей. На канал заходит очень много гостей. Заходите, друзья. Пишите, что вас интересует.
Я постараюсь сделать для вас ценные, полезные для вас видео на таком языке, который вы будете понимать, на простом, медицинском. Не все могут понять, а я буду стараться сделать видео для вас на простом языке. С вами была Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь.